Итак, всем привет! Сегодняшнее видео будет о пустых баночках, потому что тоже пока меня не было недели две или три, мне все было как-то лениво, не знаю, не хотелось снимать. Вот, их накопился уже целый мешок опять, и надо с ними разобраться. Вот, разберемся. Первое, что закончилось буквально вчера, это шампунь от Шаума. Послушный шелк. Шампунь мне понравился. Но он неплохой, не хороший. Я не могу даже назвать кого-то такого шампуня, который был бы там суперэффект. Неплохой, на самом деле. Не могу сказать, что волосы стали у меня прям послушные. Мои волосы трудно сделать послушными. Хороший шампунь. Просто могу его как бы посоветовать, кто пользуется такими марками. Закончился гель для душа от Cottage. Честно говоря, этот запах поднадоел. Вот был у меня до этого такой серии коктейльный, да, с ягодами. Вот он прям... Жалко было, что он закончился, потому что хотелось им пользоваться. А этот, ну так уже, закончился, слава богу. Как-то тоже он вчера или позавчера закончился. Ну, поднадоел запах этот, тем более он такой немножко химозный, поэтому так себе. А следующее не закончила до конца, осталось где-то вот так вот. Пенка для умывания, груша в молоке, она у меня уже, ну, в общем, она у меня давно как бы стояла, может, полгода, потому что был набор, как только купили с мамой в Ашане. Шампунь, кондиционер, по-моему, или просто шампунь с этой умывалкой, что-то такое. Шампунь тут я как бы благополучно использовала, ну, шампунь. Но эта умывалка тоже неплохая, но очень она жидкая, она буквально как вода. И... Но мне показалось, что от нее у меня высыпание сейчас такая вот вся красивая. Мне показалось, что от нее, не знаю. Потому что больше ничего нового из ухода не было. Все было по-старому. Новая была только эта умывалка. А лицо все просто ужасно. Поэтому не советую. Ой. Такая вода для лица. Красная линия. Спрейчик такой. Уже 100 раз говорила, нравится, обязательно покупайте, если вы там покупаете дорогие термальные воды. Я уже говорила, что я этого не понимаю. Купить такую водичку, попробуйте, и что вы ее выкинете, она стоит 50 рублей. Мне безумно нравится. Следующее, это вот прошлый мой дезодорант. Там как раз вот я выставлю видео, в котором показала новый. Вот этот дезодорант мне нравится. На самом деле, я думаю, что я тот выкину и куплю опять этот. Нравится и запах, и все остальные его функции. Супер. Следующее, это мой любимый лосьон от Clinique, двоечка. Всегда его покупаю, уже купила новый, уже пользуюсь новым, скоро опять покупать. Мой must have, скажем так. Вот эти вот вещи, они со мной останутся. Очень нравится. Следующая маска от... В общем, это маска Полюсонда. Ай, сейчас прям боюсь эту маску. В общем, жуткого. Там осталась капля. Запах отвратный. Она сама отвратная, она жидкая, она какая-то голубая. Это мама вычитала там суперотзывы, они оказалось... Ну, для нас не оказалось просто... Не очень. В общем, жуткая маска, никому ее не советую. Плохие какие-то у меня, да, эти... Тоже, маска одну я сделала, покупала в подружке. Одну сделала, одну выкидываю. Безумно. Ну, кожа не скажу, что сильно покраснела, но она безумно прям жгло дико. Говорят, безумно неприятное ощущение. С овсянкой такая разогревающая. Овсянка именно. Вот я ее выкидываю. Ужасный эффект прям. Мягкое средство для снятия макияжа с глаз и губ. Хорошее средство. На самом деле, очень хорошее. Очень хорошо смывало. Никакой жирной пленки, ничего такого. Супер. Понравилось. И еще одно средство. Это пудра от Fresh Minerals. Такая у меня была маленькая. Тоже must have. Я с компактных пудр перешла
на вот такие, на рассыпчатые, поэтому вот. Такие вот отзывы. Надеюсь, что вам они будут полезны. Всем спасибо за внимание.